Конаковский энергетический колледж возник и развивался параллельно с Конаковской ГРЭС. Основная направленность учреждения, конечно, энергетические специальности. Они стоят в первых рядах востребованных на сегодняшний день профессий. У выпускников колледжа возможность устроиться по специальности практически гарантирована. В будущих специалистах заинтересованы крупные российские энергетические компании. Есть такое предприятие, как Интеррау. Там есть разные ГРЭС, разные типы станций. Оттуда есть предложения по трудоустройству и в центральном районе России. У нас давние связи и с Билибинской атомной станцией. Ребята уезжают на север, в Мурманскую область, на Кольскую АЭС. Основное, на что мы всегда обращаем внимание наших ребят, это то, что они получают предложение по той специальности, диплом, который они имеют на руках. Также есть перспективные предложения от МРСК «Центр». Это сетевые компании, в которые тоже входят сетевые подстанции, линии электропередач управления. Последние предложения поступили из Москвы от Центра электромонтажа. Что касается рабочих мест в городе, в специалистах колледжа нуждаются такие компании, как «Агропромэнерго» и «Энергостальконструкция». Для студентов это хорошее место работы и отличная база практики, плюс достойная зарплата. Студенты всех специальностей, которых выпускает энергоколледж, востребованы. Ежегодно на имя директора с разных предприятий приходят письма с просьбами направить на работу выпускников. Колледж за долгие годы существования хорошо зарекомендовал себя. 90% преподавателей имеют высшие категории. Кроме того, они поддерживают тесную методическую связь с Московским энергетическим университетом, а также с тверскими вузами. У конаковцев есть уникальная возможность, не выезжая, получить качественное образование дома.